Кузбасс – регион, как известно, промышленный, и, казалось бы, дикие звери должны как можно дальше держаться от цивилизации. В Кемерово – другой коленкор. Вот уже лет 10, как на местной речке Искитимке, круглый год живут дикие утки. Перелетные птицы облюбовали место около городского парка и решили, будут здесь жить. С тех пор они настолько размножились, что водоплавающие активно выходят с реки и крякают по всему парку. Замечают их даже за несколько километров от водоема. Также выпрашивают хлеб и крошки.